Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль ТВ в эфире, снова Яша и мой отец Станислав Николаевич. Точно. И сегодня французский гасконец у нас будет. Арманьяк. Влад-клуб. Посылочка от Влад-клуба. Спасибо, Влад. Очередная серия, да? Посылки от Влад-клуба. Рубрика такая, да, у нас образовалась. Арманьяк де Лор. Де Лор, да, правильно читается? Да. Поспела. Де Лор. Да. Ну давай, начнем сразу же историю, да, нальем. Да, давай, налей, потом. История у него достаточно интересная. Не то, что интересная, длинная. С 1875 года был настоящий гасконец. Второй, как говорят, после Д'Артаньяна известный человек, да. Да, мы его, конечно, первый раз слышим. У нас в России другие гасконцы. Гасконцы, да. Дай-ка я еще немножко добавлю. Проспера. Делор. Делор, да. Да. Вот, вложился у него, видимо, были бабки. Вложился он в бизнес арманьяка и не прогадал, потому что сейчас это один из самых топовых известных домов. Конечно, арманьячных домов, да. Он ухватил самые лучшие земли в регионе Арманьяк, да? Ба-Арманьяк. Ну, Ба-Арманьяк, да. 21 гектар у него там земель. Да. У нас представлено его дома, это в Сопка. Здесь 7 лет минимальной выдержки, 5 лет, 7 лет. 5 лет в старых, вернее 2 года в новых бочках и 5 лет в старых. Причем в черном дубе. В черном дубе, да, каком-то. Ну, интересно. Но. Что такое арманьяк, объяснять не будем. Можете посмотреть наши предыдущие обзоры. Мы там все это про арманьяк уже 33 раза обсудили. Это почти коньяк, скажем так. Ну, 7 лет тоже интересно. Почти. Но не коньяк. 7 лет, да. Перегонные кубы у него. 21 гектар у него в центре находится. Сорта винограда стандартные. Это фоль бланш, это каламбар и униблан, да? Униблан. То есть все по классике. Ну, цвет по составу мы сказать ничего не можем, потому что здесь нет контр-этикетки. В интернете вот ничего тут не написано. Кстати, у них в запасе хранятся спирты 1900 года. 1900 года, друзья, арманьячок там есть. Представляешь? Нет. Я тоже. Вообще представить даже не могу. Я не находится там. Поехали. Поехали. Я смотрел фильм, как они воровали. А говорили по-французски сделать? Нет, я смотрел фильм, где воровали-то они виски-то. Самый дорогой в мире-то. Я не смотрел. Да как? Единственный классический фильм-то. Название забыл. Не помню. Самый главный фильм про алкоголь. Ну что? Офигенно. Мне нравится. Ай, как хорошо. Мне кажется, тут маленько что-то, то ли хвосты чувствуются, то ли... А мне вот нравится вот именно вот арманьяк, то, что вот он... Однократная перегонка вот эта идёт. То, что вот эта вот такая сивушечка, она приятная. Бочечка однозначно здесь играет. Ну да. Классно. Аромат вообще... Вот мне прямо очень нравится. Полевые цветочки где-то, да, вот? Ну, здесь бочка в первую очередь. Но цветочная тема идет. Цветочная, да. Цветочная тема идет. Немножко абрикосики, персики, абрикосики. Такие довольно желтые. Спирт тоже чувствуется почему-то, не знаю. Ну, вот мне кажется... А вот мне как-то, ну? Хвостишки вот эти вот чувствуются. Ну, да, да. Здесь сивушечка-то чувствуется какая-то, да? Ну, что-то такое, посторонночка такая. Ну ладно, давай попробую, сделаем глоточек. Ну, мне вот такой аромат очень нравится. Спасибо еще раз, Влад Клуб, за такие напитки. Будем пробовать. Завяжи мне глаза и скажи, что это я пью коньяк. Я тебе скажу, что я пью коньяк. А вот я бы задумался. А мне я сразу скажу, что это коньяк. И тут, причем такой приличный коньяк. Тут есть сивушечка вот эта вот арманьяцкая. А в наших коньяках сколько ее? Там спирт у нас, но, люкс. Ну что, ну это же намного лучше, смотри. Случай. Это намного лучше, это намного круче. Ну, арманьяк такая тема. Его вот под что-то, да? Он такой коньяк более самостоятельный. Ну да. Такой, когда в сопки, там иксошки идут, да, коньяк уже охота так с ним. А вот здесь вот так неохота. Здесь уже сигарку охота. Мне кажется, арманьяки больше какой-то. Мне кажется, все равно уже какая-то закусочка нужна. Я бы даже что-то придумал сюда закусить.
можно что-то сладкое, знаешь, как бы... У него чувствуется эта романька, вся какая-то, как пленка на языке какая-то, что ли. Именно вот спиртовая какая-то такая вот, чуть противненькая, но она вроде как бы и нравится, потому что там бочка уходит. Как, какой-то пленкой ложится вот он всегда. По мне он довольно-таки мягкий. На конце но прямо он... бочка прямо чувствуется в конце, прямо бочка. Даже цитрусы какие-то в конце. По мне так какие-то цитрусы. Да когда больше к апельсинам каким-то даже, к апельсинам, таким, да. Горькому апельсину. Да, грейпфрут, апельсин, что-то вот. Горький апельсин есть, вот такие красные апельсины. Вот они, горькие. То есть на входе, да, грубо говоря, идут абрикосы, персики какие-то, а на выходе какие-то цитрусовые, да, пошли? Слушай, после вкуса неплохое. Неплохое, но не супер какое-то, не супер, да. Какое-то прямо вот такое. Ну, сивушечка чувствуется с нём. Как мне нравится аромат. Вот я вот такой аромат готов. Просто намного интереснее, чем вкус. Сивушка тоже чувствуется. Даже, да, даже... и мне нравится, когда вот сивушка, как в ромах, знаешь, это бывает, как в бурбонах. Да, да. Вот мне нравится вот такое, как в рислингах бензином пахнет. Вот. Вот, а вот. Ну вот мне нравятся какие-то извращенные вкусы, видимо, я фетишист, или как они называются, которые нюхают. Фетишист? Не знаю, что они там нюхают. Ну это не пропаганда там, ничего-то там. ЛГБТ какая-нибудь. Ну фетишисты вроде-то не это, там буквы F-то нету. ЛГБФ. Слава богу, мы не в этой теме, да? Не, ну что, в принципе, ну какой это вывоз? Хороший романяк. Да, мне тоже понравился. Для сопочки это вообще. Потому что в соп, обычные романьки, сколько мы пробовали, это все иксошки вообще идут. И причем, вот, вспомню, мы самый первый ролик делали, да, романьяк, который... сейчас уже, Маркиз де Лос-Анже, по-моему, назывался. Ну, я уж не помню. Да, вот, по-моему, так назывался. И вообще, вот стоил копейки, и когда мы приехали на соревнования, я его с собой взял, вспомни. А-а-а. Когда все люди пробовали. Он самый дешевый был, он был просто обалденный. Угу. Ну, люди там прикололись. Ну, все. Там весь народ вообще узнал впервые, что такое арманьяк. Арманьяк, да. Дайте по глоточку хотя бы сделать. Попробовать, что такое арманьяк. Да. Ну, ты даже не знаешь, что такое арманьяк. Не, ну хорошо, что вот он уже открытый был. Ну, то есть, то, что от Леванта, это как подышал, бы... да. Да, это много интереснее, потому что он здесь уже полностью раскрытый. Немножко даже подвыдохся. Ну, это вот то, что нужно. Как бы он нормальный. А если бутылку откроешь, ему надо будет стоять. Ну, даже сладость такая, прямо горечь со сладостью. Вот это прикольно, вот это мне понравилось. Мне очень понравился аромат. Прямо это мое. Вкус. Арманьяк. Обычный арманьяк, классический, для всопки. Ну, 7 лет, как бы, для всоп это хорошо. То да. есть, это как бы уровень иксо уже, знаешь, как будто бы здесь выдержка. За счет того, что, видимо, 2 года в новых бочках, и потом какие-то коллекционные бочки они используют. Ну, и сам дом известный. Да нет, мне хорошо. Дата розлива 07.07.2019. Мне понравился. Если вот как мы посмотрели на Вайнстайле, да, по-моему, 2400 раньше продавался он, да? Ну, 2400 классно, конечно, я бы взял. За 2400, да? Ну, это раньше продавался, сейчас наличия нету, я не знаю, сколько он вообще сейчас стоит. Но романьки же не такие дорогие. Ну, я что, красно-белым продается, я не знаю. Красно-белым? Да. Сейчас что-то там еще не вижу. Ну, раньше продавался, скорее всего. Ну, наверное, был. В общем, друзья, как-то так. Если хотите узнать, что такое арманьяк, переходите на предыдущие ролики, находите в названии арманьяки, да? Там мы уже рассказывали, чем отличается коньяк от арманьяка. В общем, кому надо, тот загуглит. Не станем углубляться. Да. Ну и напишите, нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Да. Настроение уже поднимается. Это точно. Просто мы пробовали Барон Гастрон 87-го года. Это пипец. Это пипец, друзья. Мы просто его не допили, мы просто отвезли на дачу, отдали теще и пускай. Я так понял, что все... Вот я просто ни одного человека уже встретил. Все его покупают, на день рождения кому-то дарят. Потому что там... Так это подарок, я тоже... Это чисто коробка. Да. Да, там 85. Ну там они что там, какие спирты-то? Ни о чем вообще. Ни о чем. Вообще ни о чем. 87-й год. Он вообще не вкусный. Ожидаешь. Вот этот намного приятней. Намного приятней. Там просто мертвая бочка, и он находится, и просто спирт лежит, как хранится, как в стекле, грубо говоря. Я так думаю. Потому что по вкусу, всего, это, да. По вкусу это так. Ой, ладно. Защемило что-то тут. Будем обращаться? Да. Друзья, как-то так. Понравился, ставьте лайк. Не понравился, ставьте дизлайк. Все в ваших руках. Снимали онлайн. Пробовали впервые. Снимали онлайн. Пробовали впервые. А вы смотрите офлайн. Офлайн, да. Ну, вывод такой скажу. Мне понравился.
Да, я считаю, что зачет. Я считаю, мне что понравился армагнак. Этот армагнак можно брать. Да. Это как бы качество. У меня сейчас вот сижу уже минут 3, ничего не пьем, у меня во рту приятно. Во рту просто прекрасно. Приятно, да, вот. Прекрасно. Я же сказал, может, сигарку под него, вот, неплохо да, было. Да, что-то вот под него, сигарилку, сигарку, что-то, ну, там, сыры, не знаю, ну, что-то еще добавить чем-нибудь ароматным. Мне хотелось бы сладкого почему-то под него, вот, прямо хочу сладости. Сыр с медом какой-нибудь, или вот. Сыр с плесенью какой-нибудь, ну, что-то такое, или выдержанный долгий-долгий сыр, это очень подойдет. Сыр с медом, блин, прям. Он достаточно нейтральный, и охота сюда добавить еще какую-то экзотическую, да, что-то такое прям вот. Да, чуть, вот изюминки ему не хватает, да. Напиток элегантный, дорогой, чувствуется, что это все гастрономический, ну вот что-то вот туда добавить, потому что он не яркий, он такой под что-то. Да. Ладно, будем прощаться всем. Пока-пока.